Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Железные холмы». У нас три режима сегодня. Сражение с боссом, поймай звезду, кстати, я не знаю, что это за режим. И доминирование. И 205 трофеев у меня. Так, может быть, нам открыть сундучок вот этот, а? Давай-ка, у нас 5 гемов есть. Может быть, что-нибудь выпадет у нас. И, так, 40 монет. Да. И на танк дали нам карточки. Не густо, ну, что поделаешь. Ну что, начнем, пожалуй-ка, с «Поймай звезду». Мне кажется, что мы здесь должны с тобой собрать как можно больше звезд. Так, ждем, когда у нас наберется команда. Пока только я один, во, двое уже. Трое, четверо, слушай, ну идет, идет набор. Идет набор, ребятулик. Погнали. Сейчас будет веселье у нас. Но побежали. Так, подожди, подожди, подожди. Ух, малютка этот. Блин, вот этот меня бесит, который с дробовиком там бежит, чешет. Давай его уничтожим. Ух. Да, друзья мои, мы должны собирать именно звездочки. А если я, парень, что ты на это скажешь? Ульта, пошла ульта. Хе-хе-хе-хе. То-то и оно, дай звезду. Так, этот танк надо подбить нам. Желательно быстрее, давай, давай, давай. Отлично, звездочки я собираю. Блин, меня подбили, заберите звезды, пожалуйста. Заберите звезды, не отдавайте им. Все, мы растеряли с вами преимущество, по ходу дела. Хотя нет. Немножко впереди. Так, есть. Так, мне не надо подставляться. Правда, ох, смотри, сколько звезд там. Давай, 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 давай. Слушай, я пойду пока назад. Постою там. Нам нужно собрать 10 звезд. Понимаешь, да? В чем прикол? Если сейчас мои успеют забрать, мы победили. Красавцы, подожди-ка. А, вот, уже пошел отчет времени. Так, не даем им, ребят, подойти. Ну куда ты там лезешь-то? С кучей звезд пошел куда-то. Ну, болван. Ой, дурик, а. Усы сбрил и думает, что все можно. Давай, 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 давай. Вот они звезды. Я не пойду вперед. В отличие от моих напарников, я буду здесь стоять, подождать 14 секунд. Я думаю, для нас это не проблема. Просто не подпускать их и все. 8 секунд, 8 секунд. Напряженный момент, ребята, напряженный очень момент. Не растерять преимущество, тут самое главное. Все. Слушай, ну это жестко. Это жестко. Но в то же время и прикольно. Так, кому бы лайкосик-то поставить? Я думаю, что ему. И ему тоже. Так, забираем нашу награду. 215 у меня трофеев. Дай-ка я поставлю на открытие ящичка. А что у нас тут бесплатно есть? Что-нибудь дадут мне сегодня бесплатненького, такого вкусненького? Ага, новые эмоции можно покупать за гемы. 60 гемов, вот такие вот суперские эмоции. Я сомневаюсь, что своими силами здесь это можно накопить без доната. Хотя, кто его знает. Ну что, посмотрим, что это за доминирование такое. Флаги. То есть мы должны драться за флаг, скорее всего, да? Ну, посмотрим сейчас. Игроки находятся довольно быстро, а это говорит о том, что играют в игру эту. Может быть, конечно, здесь и присутствуют боты, кто его знает. Но судя по тому, как они себя ведут, я бы не сказал, что здесь боты. Следите за флагами, чё? За какими флагами? А, вот оно как. Понял, понял, довольно прикольно. Мы должны с вами... Давай, 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 давай. Отлично. Блин, вот это мне не нравится. Да. Что ты делаешь? Нормуль, пошли заберем с тобой флаг. Не плачь, не грусти, все хорошо. Сейчас ульту запущу. Вот, еще один флаг мы с вами подняли. Короче, нам наша цель — захватить как можно больше флагов. Ты понимаешь, да? Больше флагов захватываем, больше преимущества. Да что мы против этого? Блин, вот это вот, конечно, зенитка хороша, которая стреляет вверх, но слабовато. Она тоже только, как и я, с пригорочка может. Правильно.
Упс, ульту, я выпускаю ульту, нормуль. Да что ты расстрелялся-то? Блин, вот мы, конечно, с ним не можем нормально стрелять. И вот это вот раздражает. Готов, парнишка. Так, этого надо нахлобучить, малыша. Блин, неудобная позиция для меня, конечно. Давай, 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 давай. Какой-то вперед, орет он мне, да, вперед еще. Никаких вперед. Так, вот этот вот противный. А если я ульту? Что ты скажешь-то, а? Против ульты-то? Все, сдулся, парень. Так, этот малыш раздражает. Давай, 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 давай. Вы доминируете, блин. Фу. Пришлось пожертвовать своей жизнью, друзья мои. Паул Мобайл. И мы выиграли, по идее. Да? У нас было захвачено два флага. Слушай, я думаю, что они достойны. Достойны. Лайкосика. Ха-ха. Вот тебе и ха-ха. А сражение с боссом мы, по-моему, с вами видели. Да? Помните, в прошлой серии я был боссом, и против меня выступали игроки. И так же, как и мы, выступали против босса. Давай посмотрим, тот же это режим или как-то по-другому. Так, ну да, получается здесь 4 игрока. То есть один из них будет боссом, кто-то. А другие будут его пытаться уничтожить. Только, пожалуйста, не надо зависать, а? Она обычно, ребят, зависает, когда кто-нибудь зашел в режим и вышел. Появился босс, уничтожьте его. Слушай, ну в принципе танки у нас неплохие. Неплохие, поехали. Где этот босс? Так, о-о-о-о-о! Кайтлин какой-то. Да-да-да-да-да-да-да, вот так вот мы его будем бомбить. Прямо у него под носом. И он ничего здесь сделать не сможет. Я еще ульту применю. Что ты делаешь, Рэй? Успокойся, полез, блин. А он что, бессмертный, что ли? Я не понял. Я бомбил, бомбил, а у него здоровье не уменьшалось вообще ни на йоту. Представляешь, там кто-то жарит. Он взял... А, это мои турельки просто. Нет, у него тратится здоровье. Я выпускаю ульту. А чё так? Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Пошел разгром. Еще ульту. Друзья мои, 49... А, какой 49? 38-37 секунд. И мы его сейчас уничтожим. Да, этот танк не подходит для вот этой вот баталии. Смотри, мы его раскурочили. Ну, кому тут лайкосик? Давай, наверное, обоим. Сегодня я щедрый на лайкосики. Так, уничтожить... Ну, придется, у меня же нету, как говорится, гемов. 235 трофеев. Если не ошибаюсь, следующий приз мне будет даваться на... 240 трофеев, это 30 монет, потом 280, и вот сундучок мы получим с тобой на 320 трофеев. Давай еще сражение с боссом, главное, чтобы не стать боссом. Вот, честно говоря, не люблю быть боссом здесь, потому что вот так же на тебя нападут троечка святых игроков и просто тебя распишут. А мне нужен трофей, я должен собирать, а не тратить, верно? Так что давай, посмотрим. Все, группа набрана. Только бы не боссом, я не подхожу. Да ё-моё, ну как так? Ну что, серьезно, блин. Ну я не хочу быть боссом. Это заведомо, ребята, фейл. Ой-ой-ой-ой-ой, какой ты злобный-то. Какой ты злобный парень. Давай вот так вот. Слушай, ну у меня урон такой, да? Смотри. Давай-давай, подойди сюда. Чёрт, не попадай маленько. Еее! Минуту продержаться, это, слушай, это довольно много. Он там хочет с пригорка по мне бомбить, да? Он бомбит с пригорка. Ладно, я спущусь сюда пониже. Давай-давай-давай, не подпускаем. Он подсчитывает, ребята, тайминг. Он про это забыл, да? Про ульту мою. Смотри, попадает. Сейчас он только там немножко сдвинется, и мы его, ребят, уничтожим. Давай, иди сюда. С тобой будет разговор короткий. Что там? Он ремонтируется еще мне, да? Так, а ты хочешь со мной посоревноваться, что ли? Ульта. Ребят, выпускаю ульту. Упс, и минус. 13 секунд, друзья мои, 13 секунд. Они сейчас будут, наверное, психовать. Я их тут просто прижучил, ты посмотри.
Видишь, какая тактика у меня? Я встал здесь и начинаю их бомбить. Ульта! Все, я выиграл здесь. Но это просто повезло. На самом деле, просто мне повезло. Собираем свои. Так, уничтожить, конечно же. И я получаю награду. Это монетки у нас. Вот так вот. 280 кубков, это у нас следующая награда. Это нужно, ё-моё, 32 медальки получить. Может быть, давай поймай звезду сыграем. А может быть, вот за этот танк поиграть, а? За Джокер. Давненько я на нем не катался. У меня только два танка всего лишь. Арахнит и вот этот вот. Все, больше ничего нету. Ну, конечно, для звездочек я выбрал самый подходящий танк. Я уже забыл, какая ульта у этого танка. Все, вспомнил. Все, я вспомнил. Ну что, поехали. Ух ты, смотри, какой. Ха. О, слушай, вот это вот круто. Давай, давай, давай. Нормуль. Еще ударчик. Бамс. Они боятся вот эту вот штуку. Не подходи, правильно, подлечился, молодец, красавчик. Меня подбили, меня подбили. Огнеметчик против огнеметчика. У них преимущество, как... О-о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 -
звезды вот эти. Не вышло, да, у меня? Меня подбили. Да. Пожалел я об этом, конечно, друзья мои, что не взял свой супер-пупер арахнит. Давай, давай, родной, забирай звезды и текай отсюда. Что ты там стоишь, сопли жуешь? Изи. Меня сейчас подобьют, по-моему, здесь, ребята. Будет тебе изи. 12 звезд, 17. Тихо, бочка какая-то прилетела. Вот, давай, вот отсюда буду бомбить по ним. Так, не теряй. Блин, потеряли, потеряли очень много звезд. Крашер тут какой-то. О, спасибо за подхил. Респект, бро. Давай, 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 давай. Да что ж такое-то? А, нет, все, нормально, мы с вами отбили звезды. Бочка, это противно. Это у кого ульта такая? У огнеметчика? Смотри, что творит. Изи. О, блин, давай, 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 высунемся. Высунулся, блин, на свою беду. Так, забирай звезды, парень, огнеметчик, забирай. Давай, забирай звезды и текаем, и текаем. Пробуем по... Его, наверное, сейчас ребята забомбят. Да что ты от этой ульты, как... Я не знаю, все. Несуйся там, 19 звезд у тебя в кармане. Несуйся, пожалуйста, вообще не вылази туда, блин. Ну, 4 секунды, 3, блин, 2, 1. Да, 25 звезд. Все звездочки мы собрали. Молодцы, красавчики, красавчики. Всем лайкосики, все, умницы, красотульки. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Уничтожим этот сундук. 258 трофеев. Слушай, ну... Долго я так буду набирать-то? Ха-ха-ха, 280. Так, доминирование. Слушай, ну, в принципе, тоже неплохой режим. Мне нравится. Каждый раз, ребята, здесь меняются задания. Каждый раз. Недавно играл, там какие-то задания были. Но я в них еще ни разу не присутствовал. И там у меня с интернетом какие-то проблемы были. То есть я не мог найти игроков. Все время выкидывало, все время разрыв связи. Меня это достало, и я перестал. Но там режимы были, которых я не видел еще. Так, вот битва в основном идет вот за этот флаг. За серединочку. Ну, началось, началось, началось. Давай, вот так вот. Ульта. Захватываем флаг. И вот здесь вот я буду стоять и бомбить. Блин, не получилось. Ладно, хорошо. Так. Эть. Я не предназначен, друзья мои, для ближнего боя, если честно. Совсем не предназначен. Ну что, встал тоже. Фига там. Заваруха у нас была. Так, у них два флага. Представляешь, у них преимущество, друзья мои. Какой там опаньки-то? Опаньки он там орёт. Такой, да, да, наивный парень. Думает, что я ему вот так вот просто все это сдам. А, нет. Конечно же нет. Блин, меня разнесли. Так, нам нужно, ребята, флаг захватить. Потому что время сейчас скоро будет на отчете. Давай вот так вот сделаем. Окей. Выпускаем урту. Минус. И захватываем вот этот флаг. Я не должен позволить. Нифига он там бомбанул. Ульта.
Отлично. Отсчет времени почему-то не идет. Еще одну ульту запустим. Давай этого уничтожим с тобой. Отлично. Где отсчет времени? Кто мне скажет? Блин, вот это в ближнем бою, конечно, ребят. Ай, поджарит сейчас меня. Он меня поджарил. Группируемся. Че у них там? Бочка, иди отсюда. Че, он до конца их? Так, опять что ли тут? Мы растеряли все, да? Мы потеряли с тобой флаг. Ты понимаешь, да? Что это не есть гуд. Давай, 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 родной. Пошли за флагом. Как огнеметчик, прикрывай. Я попробую помочь тебе. Помог, посмертно. Но, тем не менее, флаг у нас. Доминируем. Так, если мы доминируем, блин, давайте отчет времени или что? Где, как, когда? А, все, я понял. Вон, 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 вон идет, ребята. Соточку нужно, оказывается, еще добить. Соточку. Давай, 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 ульта. Ребят, я иду на рожон. Да, я специально, я целенаправленно так сделал. И мы победили, ведь так? У-ху. Груми. Молодцы, красавцы. Отработали все по полной программе. Тут ничего не поспоришь. Так, уничтожаем. Жалко, конечно, что столько мы с тобой уничтожаем ящиков. Ну смотри, 271 трофей, а нам нужно 280. Ну что, еще в доминирование. Довольно такой азартный поединочек, да? Не дает тебе расслабиться ни на секунду. Преимущество вот. Это вот, знаете, людская натура. Быть доминантом. Никогда не хочется быть где-то, да, в хвосте. Всегда хочешь вперед вырваться. Ну что, поехали. Танки вроде бы неплохие. Конечно, вот этот как его там, я не знаю назвать. Дробовик. Танк-дробовик. Ой, начнем издалека. Зачем же вы туда лезете-то все на рожон? Ну, это же дурацкая стратегия. Так, вот эти преграды нужно сломать. Воу-воу-воу-воу. Да-да-да-да-да, держи его на расстоянии. Он меня сейчас не поджарил. Так, чем дольше мы с тобой держим флаг, удерживаем, тем, как говорится, лучше для нас. Так, ну у нас все равно пока преимущество. Пока. Мои танки там уже стоят. Нам нужно, чтобы здесь набралась соточка. Понимаешь? Тогда будет у нас победа. Это кто поставил? Наш? Блин, ну нафига ты? Вот это вот преграда, блин. Обалдеть. Вот, только сейчас сломал ее. Ульта. Окей, окей, еще ульта. Давай, 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 бомбим. Да, я понимаю, что заваруха. Мина. Наша, что ли, получается? Да, наша мина. И в меня именно попал, а? Он в меня именно саданул, а? Из всей этой кучи братвы он именно в меня. Так, ладно, доминируем пока. Пока доминируем, друзья мои. Ульта пошла. Пошла ультушка. Слушай, танк, вали отсюда, а? Друзья, победа? Победа у нас светит. Слушай, ну мы шикарно тут сыграли. Вообще, ну, просто великолепно. Никаких претензий нет. Даже не подкопаться, если честно. Так, давай вот так вот лайкайну. И что? Ну, уничтожаем. Насобираю? Да, друзья мои, собрал. Забираем еще с тобой 30 монеточек. А вот здесь уже нужно нам с тобой сколько получается? 40 трофеев. Блин, вот этот сундук, конечно. 450 трофеев. Я даже не знаю, ребят. Поймай звезду. Поехали, будем ловить с тобой звезду. Может быть, все-таки выиграем. Может быть, откроем этот редкий сундучок. Нет, не редкий, обычный сундук. Редкий там за 400 с лишним трофеев. Это дорого. Мне нравится в этой игре, нет никакой рекламы. Между началом или окончанием матча. Я вообще обожаю игры, где нет рекламы. Вот в ПВЗ, да, это вообще раздражает. Уровень проходишь — реклама. Уровень проходишь — реклама. И вот бесит. О-о-о, малютка. Куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь? Давай-давай-давай. Опа, отлично. Это моя мина, не пойму я. Точнее, моя, наша. Наша. Я мину вообще не могу стрелять. Упс. Пардончик. Так, вот этого надо, ребята. Вот мне не нравится, что у него такая вот штука есть. Ой, а что это со мной? Кто поставил, блин, сзади преграду? Трындец, блин. Я не могу понять, это враг ставит вот эту вот преграду или кто? Так, ульту. Где мои эти? Вот, 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 забираем, забираем это все. Не оставляем ничего этим врагам.
Ой-ой-ой-ой-ой. А если я ульту? Все. Друзья мои, у нас доминирование офигенно идет. Нам нельзя не потерять ни одного этого, ни одной звезды. Все, доминирование растеряли, к сожалению. Мне нельзя погибнуть, у меня львиная доля трофеев, ё-моё. Ну, ты понял, звездочек. Упс, упс, пардончи, я ухожу, я ухожу. Меня здесь нету. И запомни, самый лучший эффект — погибнуть возле своей базы. Знаешь почему? Потому что там ты сразу появишься и можешь наказать врага. Никогда не стоит вот здесь вот, ребята, вытанцовывать. Понимаешь? Лучше погибни возле своей базы, звездочки рассыпятся, враг подъедет, чтобы их собрать. И в этот момент ты можешь... Ух ты, я MVP даже получил. Ё-прысоты. Плюс 3 дополнительных трофея. Ладно, ребята все хорошо сыграли. Так, уничтожить. И мы с тобой... Блин, нет, еще не 30. Ну что, поехали еще на одну звезду. На одну звезду. Ну, на одно событие по звездам. На босса что-то не хочу идти. Хотя, может быть... Нет, не хочу. Не хочу. Вот боссом быть... Вот против босса, да, прикольно воевать. Но быть боссом как-то не особо хочется. Лучше звездочки с тобой половим. Слушай, ну нам просто везет, что у нас дают... Здесь не очень хорошо, потому что... Блин. Зенитка это... Так, поехали. Да-да-да-да-да-да-да, отлично, отлично сработали. Вот огнеметчик, конечно, тут, блин. Ах ты, у них тоже рахнит. Блин, давай-давай-давай, подбили. Слушай, они что-то нас тут дрючат. Я тебе хочу сказать. Поднял звезду, меня взорвали. Так, Сура, я ему сейчас устрою. Поехали. Да, устрою я. Не получится у меня, походу, дело устроить. Нет. Когда два вот этих вот навесика у нас, да, вот я навесом стреляю, и вот это вот артиллерия. Ну, это не варик, друзья мои, просто не варик. И огнемет у них тут есть. Просто рвут. Огнеметчик, конечно, очень хорош на самом деле. Давай. Огнеметчик очень хорош. И, по-моему, они моей тактики придерживаются, да? Я не вижу здесь... Вон он, 12 звезд, но мне его не достать. Мне его не достать. И вдвоем. Третий что-то вообще даже не появлялся. Сколько у меня отнимут? Сколько у меня отнимут кубков, а? Точнее, кубков трофеев. Два трофея. Так, поехали еще. Я говорю, когда вот зенитка, она стреляет навесом, и я навесом стреляю, это плохо. Нужно, чтобы хотя бы, ну, танк был обычный, прямой, да, стреляет. И желательно либо огнеметчик, либо вот этот вот, который выставляет штырь, бур, и отталкивает. Потому что вот в этом есть смысл. То есть один идет как танк, я-то, например, не танк, я поддержка, чистая поддержка, потому что я могу только сзади бомбить. Под прикрытием. Вот этот танк, ну, этот танк тоже здесь вообще, если честно говоря, не особо хорош. Да куда я стреляю-то, ё-моё? Мина чья? Понятно. О-хо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 . Смотри, что делает, а. Блин, и опять у них этот огнеметчик есть. Меня забомбили. Меня забомбили, друзья мои. Этот танк вот этот вот, я считаю, что... Вообще не алё здесь. Куда ж ты лезешь-то, дурила? Давай-давай, я отхожу. Меня уничтожили. Подбей его! Куда ты стреляешь-то, дуралей? Да, взял ульту, просто слил свою. Просто в пустоту. Давай, наверное, так тоже. Обмен, как говорится, ультой. Мы по кубкам пока ведем, ребят. Но нам нельзя, вот чтобы этот танк уничтожили. А его уничтожили. Сейчас и меня, по-моему, накроют здесь. Бочкой. Да, я тоже немножко тут в ахере, если честно. У меня нет другого варианта. Ульта на ульту. Меня взорвали. Слив пошел, короче, друзья мои, слив. Этот танк тут бесполезен. Может быть, он и полезен, но он не умеет играть. Он идет почему-то в бой обязательно. Давай, я соберу вот это все. Окей, я собрал. Вот этого говнюка мелкого подбить бы.
Так, мины ставишь? Ну куда ты вот мины-то ставишь-то? Добись. Оу. Они опять преимущество взяли. Так, давай так вот сделаем. Давай, 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 звезды. Куда ж ты лезешь-то? О, 24 звезды. Давай, 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 бомби. Нам нужно забрать. Смотри, там целая груда просто. Он мины выставляет, ну куда он выставляет эти мины? Иди отсюда, иди назад. У тебя львиная доля, блин, этого. Куша. Вот так вот, забираем все, короче, здесь. И ну их нафиг, будем с вами стоять просто сзади. Уж я-то... Вот тут мины, тут все есть. Зачем вы туда лезете? Они сейчас будут на нас идти и будут взрываться сами. Дурачье, я буду стоять здесь, я никуда не пойду. 4 секунды простоять, это, знаешь, плевое дело. Потеряли преимущество, блин. Потеряли преимущество опять. Оу, тихо-тихо-тихо, не надо. У них 22 кубка. Ой, что за кубки, какие кубки? Звезды, конечно же. Давай, 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 давай. Он, смотри, он стоит сзади, он не... не он не... Давай, давай, танк, подбей его. Все, мы проиграли. Я, знаешь, что одного не понял. Почему у нас было преимущество, и куда-то кубки у нас улетели? Твою же налево, а. Давай доминирование так сыграем. У меня была большая часть кубков на мне, точнее звездочек, да? Я стоял специально сзади. А, понял я. Видимо, мои насобирали звезд, потом их подбили, потеряли, да? И мои звезды как бы тоже. Это общий вклад. Понятно, здесь отстояться, значит, не получится. Нет, получилось бы, если бы тоже все бы отошли просто назад. Мины стоят позади, а они прут вперед. Дурачки. Что я могу тебе сказать по этому поводу еще? Упс. Давай. Вот так вот. Поливаем. Давай, 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 давай. Поехали. Ульта. Давай, 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 давай. Флаг возьмите. Флаг держите. На меня и смотрите, что меня подбили. Удерживайте просто флаг. Молодец, красавчик. Погиб. Смертью храбрых. Тут меня распишут. Я даже... А, нет, я успел вызвать ульту. Они... Им мало, да? Ты прикинь, им мало. Одного флага, они еще хотят второй захватить. Все, пошли, проминаем. Промяли, блин. Что-то вообще, ребята, у меня не получается. Вот эта пушка мне не нравится. Танк этот вообще беспонтовый, мне кажется. Хоть у него ульта вроде бы кажется хорошая, да? Но на самом деле все это фигня полнейшая. Что ты там расстрочился-то? Расстрочился он. 75. Доминирование. А, ты противник? Да, противник доминирует. Базара нет. Что-то они нас тут рвут. Ух, рвут они нас. Так, давай вот этого прижучим. Я ничего не успел сделать. Вообще просто рвут нас в наглую. Ну тут не постоять вдалеке, понимаешь, да? А чё мне? Куда ты тут вылез? Давай ульту. Слушай, может быть. Я не знаю, это чудо из чудес должно произойти, чтобы тут выиграть. Опа, 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 ракеты, все дела там. Слушай, ну неплохо. Где мои-то все? Давай, давай. Вау, это чудо и чудес, друзья мои. Ты прикинь. Ну вы сами видели. Мы были где-то там позади. Ладно, лайкосик заслужили. Так уж и быть. Так, 13 трофейчиков я получаю, да? Ух, 13 трофейчиков я получил. Блин, завораживающий матч. Поехали еще. Еще, наверное, последнюю карточку с тобой сделаем на сегодня. Так. Опять... А, блин. Это же звезды, это же не флаг. Я же хотел на флаге пойти. Ладно, фиг с ним, может быть, по звездочкам получится. Может быть. Танки. Блин, ну вот этот вот танк. Слушай, а вот этого я не видел. Танка, может быть, видел, но я не помню, что он делает, если честно. А, нет, я взял с флагами, все нормально. Все-все-все пучком, ребят. Я думал, что я ошибся. Нет, все хорошо.
Сейчас подобью. Но, иди сюда. Дурила. Не попал, да? Ульта. Ульта, 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 ульта. Нормуль. Так, отстреляется, пускай. А теперь мы начнем. Так, тихо. Подбить его, нормуль. Так, этот пулеметчик достал уже. Но у них почему-то у них преимущество. Хотя мы держим флаги. Почему так происходит? Почему так происходит, друзья мои? Окей. Прикроем наших ребят. Я обязан прикрыть. Ой-ой-ой, ну только не против этой. Блин, тот тут как начнет залпами своими бомбить. Жестко. Но у нас все равно пока преимущество. Сам ты видишь прекрасно, да, у нас уже 66. Опачки. Идут. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну, окей. Погнали, погнали прожимать. Нет. Да почему он по мне-то именно попадает, блин, говню, блин. Танк, ты... Ну что, нафиг ты стреляешь, ты ж тратишь, придурок, блин, снаряды свои. Я не понимаю, зачем он так делает. Слушай, они держат, ребята, преимущество хотят поймать. Блин, поймать. Короче, получить, а не поймать. Все, я пошел. Тут фейлом пахнет. Вот что я тебе могу сказать. Матч окончен. Проиграли мы с вами. Да, потерять такое преимущество. Обалдеть. С меня сейчас еще и снимут, да? Да. Ну что, дорогие друзья, на этой ночке будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Будем ждать новых миссий, новых заданий. Так что, до скорого.